Обновляющий флюид Альфа-Дерм – кислотный препарат для регулярного ухода за кожей любого типа, включая кожу с повышенной реактивностью. Долгожданная новинка 2020 года – сыворотка из серии Selective, которая содержит в своем составе альфа-гидроксикислоты. Текстура данной сыворотки oil-free, то есть без масел, соответственно, она не комедогенная. Кроме того, pH этого препарата слабокислый. Диапазон около 4, то есть pH 4,1 средний у данного препарата. И основное действующее лицо в составе – это миндальная кислота. Миндальная кислота – это одна из гидроксикислот с крупной молекулой, которая не обладает таким раздражающим, например, действием, как некоторые другие ахокислоты. Ее можно использовать и в период достаточно активного солнца, и на коже, склонной к повышенной чувствительности, к раздражениям. И оказывает она целый спектр различных эффектов. Например, она препятствует фотостарению, обладает выраженным антиоксидантным действием, она обладает комедоаналитическим эффектом, противовоспалительным, антимикробным, осветляет поверхностную пигментацию, то есть работает как классическая альфа-гидроксикислота, при этом не оказывая каких-то негативных дискомфортных ощущений на коже. А в помощь миндальной кислоте в составе альфа-дерма присутствует комплекс АХ-кислот, тоже в количестве 5%, миндальная 5%, АХ-кислоты 5% в комплексе, в совокупности, и в составе его практически все АХ-кислоты, которые только можно себе представить. Это лимонная, молочная, яблочная, винная, глюконовая, гликолевая. И немножечко бета-гидроксикислоты салициловой в помощь остальным кислотам. Соответственно, опять-таки, АХ-кислоты, они помогают миндальной кислоте оказывать вышеперечисленные эффекты, играют достаточно большую роль в повышении гидролизирования кожи, то есть повышении уровня увлажненности, стимулируют синтез правильных церамидов эпидермиса. И, соответственно, так как здесь кислот в совокупности 10%, они не обладают сильным раздражающим действием, это препарат именно для регулярного ухода, а не какой-то пилинг. Кроме АХ-кислот, в данном препарате в составе его находится интенсивно увлажняющий комплекс Акваксил. И Акваксил мы знаем по, например, маске Акваудовольствия, в которой это основной компонент, и он содержит глюкозу с ксилитом, и помогает, опять-таки, тоже восстановить гидролизерв кожи. Акваксил помогает, опять-таки, тоже стимулированию синтеза церамидов эпидермиса, правильных церамидов, и повышает устойчивость кожи к агрессии внешней среды, то есть восстанавливает барьерную функцию. Сок алоэ вера в составе данного препарата успокаивает кожу, обладает иммуностимулирующим действием. И последнее действующее, так сказать, лицо – это ДМАЭ, диметиламиноэтанол, который обладает лифтинг-эффектом, который разглаживает кожу, то есть визуально делает ее моложе. Таким образом, показаниями к применению данной сыворотки будет гиперкератоз, пигментация поверхностная, признаки фото- и хроностарения, склонность к воспалениям. То есть те моменты, которые как раз хорошо решать при помощи АХ-кислот. Как применять этот препарат? В профессиональных уходах применяется, как правило, для завершения чисток лица, потому что после чистки лица кислотные препараты с небольшим содержанием кислот, они как раз предотвращают появление воспалений после чистки, там какой-то активизации микрофлоры патогенной на поврежденной коже, которая может быть особенно при несоблюдении пациентами рекомендаций косметолога после чистки. Вот, то есть можно использовать после чисток как закрывающий препарат, да, то есть сразу в кабинете, и можно давать, как говорится, в регулярный уход домой. Кроме того, этим препаратом можно готовить кожу к химическим пилингам. Как правило, к пилингам, которые содержат более высокую концентрацию АХ-кислот и более низкий pH. Кожу нужно к пилингам готовить, об этом есть у нас отдельное видео, и можно их тоже посмотреть. Но данная сыворотка как раз идеальный вариант для того, чтобы, допустим, 2 недели готовить кожу к проведению более серьезного какого-то воздействия при помощи альфа-гидроксикислот. В домашнем уходе, соответственно, препарат используется регулярно. Как правило, 1 раз в день достаточно, в вечернее время. И наносится на чистую, сухую кожу.
то есть после умывания и тоника. Чтобы потенцировать, усилить его действие, можно использовать тоник с ахакислотами наш, освежающий, который тоже содержит этот же ахакомплекс, который содержится в альфа-дерме. Но можно использовать любой другой, не обязательно с кислотами, как раз при чувствительной коже, при тонкой коже, нежной. Можно начать с более каких-то нейтральных тоников, например, с гидролизатом коллагена алоэ вера или с гиалуроновой кислотой и эластином. И потом уже на сухую кожу наносится этот препарат. Если кожа жирная, комбинированная, мы можем ее ничем не закрывать. Если кожа сухая, мы можем нанести сверху питательный крем, например, питательный массажный спа-апельсин или какой-либо другой подходящий вам смягчающий питательный крем. Днем при применении сыворотки Альфа-Дерм обязателен SPF, то есть нужна солнцезащита. Ориентируемся на индекс инсоляции, то есть на ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды. Но самым надежным вариантом будет, конечно, уровень SPF от 30 и выше. Например, мультипротектор SPF 50+, oil free, или какие-то другие, например, тональные средства с солнцезащитным фактором. То, что вы привыкли использовать. Вот такой вот препарат Альфа-Дерм, кислотная сыворотка для регулярного рутинного ухода для любого типа кожи.